Спасибо за эти жидкие аплодисменты. Вот. Моя презентация будет состоять буквально из 10 тезисов, которые за последние 15 лет приходили мне в голову сначала относительно моего опыта работы, потом, когда я стал в компаниях, где я работал, проводить собеседования с кандидатами, то и после их ответов мне становилось грустно, и я понимал, что не только я, оказывается, не понимаю этих вещей, но и многие другие люди. Вот. Вот он я. Да, я уже 15 лет работаю в софтвер-девелопменте, поработал девелопером, тестером, консультантом и немножко тренером. Вот. В 2010 году я и еще два человека из компании Ситико организовали на троих небольшую комьюнити Agile Latvia. Сейчас это выросло в большое комьюнити, вот, которое организовало уже две конференции большие, в принципе, даже международные по составу участников и выступающих. И плюс, ну, вот у меня трое детей, все дела. То есть, как бы, настоящим аджайлистом нельзя стать, пока у тебя нету троих детей. Только тогда ты начинаешь ценить время, вот, и понимать, что надо выбирать самое важное. Вот. Тезис первый. Оказывается, вот у всех проектов, которыми мы занимаемся, есть какой-то бюджет. Исключением являются только проекты, которые делаются дома, на коленке, в перерывах между просмотрами сериалов. Но на самом деле даже у них есть бюджет, вы тратите свое время. Вот. Так вот, у каждого проекта есть бюджет. Но все очень, ну, программисты, вот, очень любят получать зарплату. Я бы с удовольствием ее получал раз в неделю, но, к сожалению, платят раз в месяц. Вот. Ну, несмотря на любовь к зарплате, многие программисты не очень четко представляют, откуда эта зарплата вообще приходит. То есть она приходит на карточку, все это знают. Вот. А какой путь она преодолевает, прежде чем попасть к программисту на карточку, ну, в общем-то, мало кого это и волнует. Теоретически, вот есть какой-то клиент, он платит денег, мы делаем продукт, клиент платит еще денег, мы передаем ему готовое решение, которое тут же начинает приносить пользу его бизнесу и приносит пользы намного больше, чем клиент заплатил компании, которая ему разработала. В реальности обычно получается немного не так. В реальности программисты что-то делают, клиент что-то платит. Когда заканчивается запланированный изначально срок, выясняется, что польза для бизнеса клиента сделанная принесет не очень много. Клиент, чтобы не потерять вложенные деньги, платит еще раз. Программисты делают еще что-то. И в итоге сроки и деньги заканчиваются у клиента. А программисты получают зарплату. И все равно довольны. Вот. Ну, в общем, программисты не знают. Да и, в общем-то, их и не волнует, сколько клиент потратил денег на этот проект, зачем он их вообще потратил. Они сделали свою часть, и все, в общем-то, хорошо. Чем меньше они знают, тем им спокойнее живется. Вот. В результате, вот, как бы, еще менеджмент добавляет свою долю в это неведение программистов. Потому что программист, зачем их волновать рассказами про бюджет? Вдруг они захотят увеличения зарплаты? Не надо, пусть лучше работают за зарплату и все. Вот. Ну, как бы, в результате вот возникают такие прослойки людей в компании, которые жизненно важные, в общем-то, для проекта информации, между собой не то чтобы даже не хотят обмениваться, они боятся. Программисты боятся рассказать, что им пофиг на то, что они там делают для клиента. Вот менеджеры боятся рассказать, сколько компания заработает, потому что вдруг программисты возьмут, попросят повышение и так далее. Вот. После этого хочу рассказать еще про одну штуку. Вот, оказывается, после университета я как-то сначала не понимал, а вот чем старше становился, тем яснее становилось, что программирование, оказывается, и software development – это разные вещи. Они немножко пересекаются, но только немножко. Во-первых, вот как бы программирование мне очень нравится. Мне нравится, вот можно сесть за компьютером вечером, взять пиво и силой мысли
взять и сделать что-то, чего вот еще 2 часа назад не было, ты подумал, сделал, и оно уже есть. Вот. И классно. Тут же можно попробовать, и даже если что-то не понравится, взять, выкинуть там или исправить, сделать еще лучше. Практически так же интересно, как сантехника, когда вот берешь там трубочки, так соединяешь, и так, тут вода потекла. Вот. Ну или нет. А вот индустрия разработки программного обеспечения, во-первых, она не дает такой свободы. Ну, во многих компаниях, например, пиво пить на работе запрещено. Во-вторых, гибкости тоже такой не дают. Вот тебе там дали лопату и сказали, строй скворечник. Вот, ты говоришь, ну, ребята, вот лучше бы мне молоток. Нет, извини, товарищ, мы купили лопаты. Вот. Ну, бывает так. Процессы все в software development, они, во-первых, протекают в жестких временных рамках, да. То есть компании, которые разрешают своим работникам приходить в 6 вечера и уходить в 3 ночи, или не уходить вообще, поспать на работе. Но их мало. Вот. И большого влияния на индустрию они не оказывают. Вот. Во-вторых, ресурсы в software development очень лимитированы. Да? То есть много компаний, которые хотят выполнить один и тот же проект, поэтому они цены занижают, поэтому, как бы вот, чтобы выиграть этот проект у конкурента, им надо, скажем так, назвать цену, которая будет ниже, чем у конкурента, но выше, чем если работать себе в убыток. Вот. Плюс ситуация вокруг проекта постоянно меняется, какие-то люди там приходят, менеджмент меняется, у клиента что-то там происходит в бизнесе. Вот. И еще программистам очень мешают их коллеги по компании, всякие менеджеры, тестеры, аналитики, которые постоянно что-то хотят, вот. Причем они хотят какую-то ерунду полную, вот, абсолютную ерунду. Они говорят, слушай, вот у тебя здесь на экране вот этот вот лейбл, там ошибка в слое. Ты говоришь, ну блин, и что, вот все же работает. Они говорят, не, исправь, пожалуйста. Вот. Ну, тут как бы вот уже не до творчества. Вот. Можно сказать, конечно, вот в моем написании это слово выглядит так, и от тебя отстанут, если ты делаешь open-source продукт вечером дома. А на работе уже так не получится. Вот. В итоге в software development, главное отличие software development от программирования, это необходимость четко предсказуемого результата в заданные сроки. Вот. Это не творчество, это индустриальный процесс, вот, где на процесс творчества программистов приседает еще куча нахлебников, про которых я уже говорил. Вот, которые, стремясь подчеркнуть свою необходимость, начинают диктовать настоящим творцам, что именно они должны делать, как они это должны делать, и регулярно выражают недовольство результатами их творчества. Особенно подобное поведение замечается, вот самые вредные люди, да, в этой индустрии, это заказчики. Им, вот программисты сделали хорошую вещь, а им не нравится, они говорят, нет, не то, переделайте, пожалуйста. Вот. Следующими по вредности это, ну, конечно, тестеры. Они постоянно докапываются, как я уже сказал. Вот. Почему они докапываются? Они просто как бы, ну, не в состоянии оценить элегантность технических решений, которые заложены внутрь вашего продукта. Поэтому они вот так по верхам там посмотрят, вот здесь не работает, там не работает. А то, что внутри вашего продукта заложена гениальная архитектура, современные фреймворки и свежие технические решения, как бы они этого просто понять не в силах. Наверное, просто учились плохо в университете. Вот. Ну, и менеджеры тоже, они постоянно ходят с указкой такой длинной, говорят, блин, ребята, слушайте, через 2 недели все должно быть готово, что вы тут делаете? Вот. Не смотрите на Ютубе, ничего, давайте работать. Короче, совершенно ничего общего с программированием вот эта вот обстановка не имеет. Вот. Да, кстати, вот еще важный момент, именно относительно индустрии. Решать надо те проблемы, которые реально стоят перед клиентом. Даже если клиент приходит и говорит вам, вот у меня есть такая проблема, он может сам не знать, что у него есть еще намного более серьезная проблема, которую надо решить перед этой. Вот. Однажды у меня такое случилось. Мы работали на крупную телекоммуникационную компанию, и они очень хитрые люди оказались. Вот. То есть у них есть отдел логистики, который с
IT-индустрии пересекаются постольку, поскольку они используют какие-то программы. Вот. И проблема, с которой они пришли, была следующая. У них в очень далеких странах есть склады, на которых воруют. Вот воруют по-черному. Интернет там бывает раз в неделю, когда нет дождя. Если в сезон дождей, то, наверное, раз в месяц. Вот. И им надо было как-то пресечь это воровство. И они решили, что лучший способ пресечь это воровство – это написать программу, которая будет там работать, куда все будет аккуратненько вводить, и люди перестанут воровать. Вот. И когда вот эту программу сделали… еще один момент. Так как они были очень хитрые люди, вот, и IT-отдел этой же компании уже занимался там вместе с IBM уже года три разработкой такой системы, они решили срезать угол. Они заказали не программу, потому что надо было тогда через IT отделать, и они заказали документ. Вот. И это как раз тот случай, когда вот вместо молотка вам дают лопату. То есть документ – это документ Microsoft Office. Соответственно, для создания приложения у вас есть богатый выбор – либо взять Excel, либо взять MS Access. Вот. Ну, мы немножко так подумали и решили, что все-таки, наверное, Access нам даст больше возможностей. Вот, там репортинг и все такое. Вот. И мы начали делать этот документ. Делали. И в итоге даже мой коллега с этим документом поехал его инсталлировать в страну под названием Бангладеш. Есть такая замечательная страна. Перед поездкой куда надо сделать себе 5 прививок, и тебе дают замечательные таблетки от малярии, которые вызывают галлюцинации. Вот. И когда он приехал туда с этой проблемой, вернее, с решением этой проблемы, выяснилось, что местные товарищи на складах, ну, вот те, которые иногда воруют, вот, может быть, их родственники еще, они как бы не могут работать по такой модели, которая была заложена в эту программу. И тут же менеджмент компании на лету принял решение, что «а давайте-ка исправим, давайте-ка вот у нас есть накладная, по которой мы принимаем товар, и вот давайте, чтобы потом через 10 дней можно было вписать, что, оказывается, там было вот не 10 ящиков, а 7». Вот. Ну и в итоге так вот в одном месте добавили немножко, в другом месте немножко добавили. В результате вся идея контроля за перемещением товара вот в этих далеких странах, она, в общем-то, была уничтожена, потому что в любой момент любой человек или два человека, если они договорятся между собой поделить награбленное, могли внести любые изменения в эту программу. Вот. Соответственно, проблема-то была не в том, что у клиента не было программы. Проблема была в том, что у него логистика была построена так, что никак не проверить, оно сейчас пропало, потом пропадет или украли еще в Скандинавии на заводе. Вот. Вот еще про большие проекты хотел бы рассказать. Вот как бы вот много людей, это хорошо или плохо, кто как думает? Хорошо. Хорошо, ну если умные люди, почему нет, да. Ну обычно кажется, пойду в большой проект, там меня все научат. Вот. Вот. Чем больше людей, тем больше знаний аккумулируется, тем, наверное, лучше продукт. Ну вот в итоге, если примерно прикинуть, что проект состоит маленький из 10 человек, вот, и чтобы пообщаться нормально каждому с каждым, на одного человека, другой один человек тратит 10 минут в день. Ну, это не обязательно просто там пойти и начать говорить, то есть они еще в эти 10 минут что-то делают, но будем считать, что каждый человек требует, участник команды требует 10 минут на коммуникацию с ним в день, другого человека. То есть, соответственно, чтобы один человек поговорил со всеми участниками команды, вот, в том числе и с самим собой, подумал немножко о том, что он делает, требуется где-то, ну, на рефлексию такую, 100 минут в день для каждого человека. Соответственно, для 10 человек это 1000 минут. Вот. Теперь, если немножко увеличить проект, добавить туда двух человек, то у нас потребуется, чтобы каждый человек занимался коммуникацией уже 120 минут в день. А в итоге это вместо 1000 минут в сумме получится 1700, то есть практически в два раза больше. А если добавить там в кубе прогрессии, вот. А если добавить еще двух человек, сделать команду из 14 человек, то на коммуникацию у нас потребуется 2700 минут, то есть 46 часов каждый день для команды из 14 человек. Вот. Соответственно, если команда будет из 100 человек, то произойдет следующее. Люди начнут группироваться по трое и делать что-то свое в каждом углу. И либо расходы на коммуникацию
будут настолько велики, что они вообще застопорят все-все-все, либо народ разбежится по углам, начнет делать что-то, и потом перед сдачей проекта судорожно пытаться все это сделанное собрать вместе, оно, естественно, не соберется. Ну, так бывает. И проект завалится. Есть еще такая вот штука, называется, помимо бюджета, это время и, как это сказать, объем работ, вот, по-русски. Это самое сложное, сбалансировать их после построения коммуникации внутри команды. Допустим, вы вот решили, что у вас есть отличная идея, вы сидите такой, блин, это классная же идея, сейчас пойду к инвесторам, наберу немножко у них денег, 1100, наверное, хватит, вот, и потом делаю новую социальную сеть, лучше Фейсбука, вот, там приглашу звезд, эстрады, вот, и все такое. Ну, как бы, да, даже, может быть, инвесторы дадут денег. Пришли к нему, говорите, слушайте, вот такая идея, говорю, на, держи деньги, 3 месяца, чтобы все было, вот. И вы такие сидите с этими деньгами, отложили себе там на яхту, на отпуск, вот, и как-то с оставшейся частью за эти 3 месяца надо что-то сделать. И вот тут как раз наступает нелегкая пора размышлений. Что же именно надо сделать в первую очередь, чтобы инвесторы потом не приехали к вам с монтировкой вечером, а наоборот даже дали вам еще денег. И для того, чтобы вот сбалансировать это все, ну, есть на самом деле целое течение, называется Lean Startup. Вот, там эти концепции сформулированы довольно четко, что именно надо делать и какие риски есть. Ну, в принципе, вот в этот момент надо определиться, без чего пользователь проживет, а без чего ему никак. Без каких функций он вообще не захочет больше трогать ваш продукт, даже 3-метровой палкой. Вот. И вот в этом уравнении, да, из бюджета, времени и объема работ, там нету качества. Потому что на самом деле качество, ну вот многие стартапы, да, я их видел сам, вот, они качество оставляют на потом. Ну вот у нас сегодня тут не работает, но потом мы сейчас покажем это инвестору неработающее, а потом они нам дадут деньги, мы все исправим. А потом вот это, оно не наступает, потому что потом инвестор говорит, ну типа, а что вы тут исправили-то, ну у вас и раньше все работало. И вы такой, вот, надо было новые функции уже сделать, а вы старые исправляли. Вот. Поэтому как бы что-то вот надо вот с этим вот балансом делать сразу, а не потом. Да. Вот. Есть такие касатки, они, значит, все делают вместе. Вместе охотятся, вместе потом кушают. Сажаются только по парам. Вот. Ну, это как бы у всех высших млекопитающих так. Так, чуть-чуть. Сейчас, секундочку, я тут один листик кусочек не могу найти. А, вот. Да, вот. Ну вот, скажем, то есть начался проект, да, по созданию новой социальной сети. Вы такие пришли в него, ну, там, товарищ ваш получил денег у инвесторов. И вы классно знаете HTML5, умеете делать UI. Вот, вы такой пришли, такой вложили душу в этот проект. А рядом с вами сидел ваш коллега, который умеет делать бэкэнд. Но он умеет делать его как-то фигово. Вот постоянно там какие-то ошибки вылезают. Постоянно что-то там не работает, сервер периодически зависает. Вот. И вот как бы вот по результатам совместной вашей работы получился некий продукт. Вы пришли показывать его инвестору, а инвестор говорит, блин, слушайте, а что вы мне, ребята, принесли? Что это за фигня какая-то? Какие-то ошибки постоянно, какие-то стэк-трейсы, мальцы. Вот. Как вы думаете, вот, инвестора будет сильно волновать, что вы знаете хорошо HTML5 и классно умеете делать UI, если вот продукт на деньги этого инвестора получился таким не очень приятным? Вот. Ну или, например, вот есть такие корпоративные паразиты, о которых я постоянно сегодня знаю, вот, да, самые многочисленные среди них это тестеры. Вот, они
как бы, ну, постоянно программисты вынуждены им объяснять, что вот так вот было задумано, что там будет сообщение об ошибке такое некрасивое вываливаться. Потому что красивые сообщения об ошибке сейчас не модно. Вот. Ну, как бы должно вот так работать, и все. Вот. А иногда бывают случаи, что этих вредных людей в команде нет вообще. То есть вот, нету их. И программисты думают, ну классно, сейчас же мы все сделаем, вот, нам никто мешать не будет, мы так взяли, сделали. Вот, а потом, как бы, ну опять там какие-то сообщения об ошибке вылетают уже не у тестера, а у пользователей конечных. Программистам говорят, что же вы сделали? А они такие, ну извините, вот у нас тестеров не было, мы поэтому не можем отвечать за качество. Вот, ну, то есть как бы... Между прочим, я не шучу и не придумываю, я сам лично слышал эти слова. То есть у нас нет тестеров, мы не можем отвечать за качество. Вот, например, вы приглашаете к себе людей в гости домой, готовите им суп, такой хороший суп, там купили, я не знаю, утку, там порубили ее, там китайский соус какой-нибудь, там все это закинули, и потом такие с половником застыли. Вот гости пришли, вы им говорите, ребят, слушайте, я тут суп приготовил, вы попробуйте его, пожалуйста, его вообще есть можно, а то я сам не знаю. Вот. Я раньше собачке своей давал попробовать, у меня как-то что-то померла, вот, теперь вы попробуйте. Ну, вот как-то так вот происходит, да. То есть в итоге-то не важно, насколько хорошо вы что-то сделали, если облажалась вся команда. Вот, потому что... Да, потом вы можете сказать, нет, нет, мои формочки были идеальными, это все, вот ваш бэкэнд все испортил. Но увольняют всю команду. Ну, не увольняют, там денег им не дают. Или потом говорят, а, это те чуваки, которые делали систему для, не знаю, там, службы госдоходов. Вот. Есть у вас такая мега-система, кто видел, тот знает. Вот, да. Вот, еще одна такая штука, ну, вот, оказывается, вот менеджмент это не только вот, когда менеджеры что-то говорят, все туда, или все сюда, вот, это слишком важная штука, чтобы оставлять ее только вот для менеджеров, им должна заниматься на самом деле вся команда, и раз она принимает на себя ответственность за результат, ну, по-хорошему так, то и управлять собой тоже должна команда. Есть такой товарищ по имени Патрик Линцони, у него есть замечательная книжка, называется «Пять дисфункций команд», вот, где он рассказывает об этих дисфункциях, ну, просто по-русски, да, проблемы команд, вот, и потом рассказывает, как их решать. Вот, решать их очень просто, надо заказать двухдневный семинар у Патрика Линцони, вот, или у тех, кто работает по этой методике. Ну, в принципе, можно и самим. Вот, и там, как бы, вот самое первое, дисфункция называется отсутствие доверия, когда все такие косятся друг на друга и не доверяют. Вот. А вторая – это боязнь конфликтов, то есть они такие стали друг другу доверять, да, вот, но по-прежнему думают, что как бы, ну, вот там вот товарищ делает какую-то фигню, ну, ладно, я ему не скажу, а то он обидится. Вот. Ну, и в результате фигня-то остается, вот. И у вас как бы хорошие отношения с товарищем. Ну, может быть, вы там, конечно, затаили, что вот из-за его фигни вас всех уволят. Вот. Но, в принципе, отношения-то хорошие, потом еще пиво попьете. И в итоге, ну, как бы вся эта фигня и остается. Вот. А третья штука, это называется недостаток вовлеченности. То есть, когда команда вся что-то делает, а вот всегда, ну, иногда бывает такой очень умный человек, который все это уже проходил, он все знает, он такой сидит такой, говорит, не, ребят, это все работать не будет, поэтому вот я это делать не буду. Вот, все говорят, ну как же, ну мы же команда, давай там вместе. Он говорит, ну ладно, давай. Но на самом деле он все равно не будет этого делать, просто он никому не скажет об этом, что он не будет делать. И вот так вот это самое. Вот. А четвертая проблема команды – это избегание отчетности. То есть, когда там этот самый… Ну, особенно это очень хорошо достигается, когда на человеке висят два параллельных таска. Он тем, кто заинтересован в выполнении первого задания, он говорит, что я занимаюсь вторым. А тем, кто спрашивает про первый, он говорит, вернее, про второй, говорит, я там первым сейчас занят очень сильно, не могу. Вот. Ну и когда так вот вся команда делает, вроде бы все что-то делают, а последние полгода проект готов только на 90%. Так бывает. Вот есть такая целая аксиома, что вот 90% времени проект готов на 90%.
Вот. И пятый как раз вот недостаток, самый главный, это невнимание к результату. Это как раз то, что вот, как бы все что-то делают, а получается на выходе какая-то полная фигня. Вот. В итоге получается, что вот эти вот команды, они нуждаются в том, чтобы у них был всегда рядом человек с палкой, который им там говорит, не смотреть YouTube, не зависать в Фейсбуке, давайте вот у вас там 2 часа осталось, надо все доделать. Вот. Ну, как бы, ну и там он еще там потом конфету даст, говорит, молодец, сегодня хорошо поработал, скажу начальнику, самому главному, что ты сегодня хорошо работал, и завтра, если хорошо поработаешь, я вообще скажу, чтобы тебя послали на конференцию. Есть такие компании, кстати, где посылают на конференции за хорошую работу. Вот. И значит, вот как бы молодые люди, очень многие, часто я видел, такие они приходят вот, в компанию работать и сидят, ждут человека с палкой. А человека с палкой, может быть, в этих компаниях и нету. Да, но они как бы вот привыкли там после школы, там, когда строго учительница говорит, Сидоров, ты опять не сделал домашнее задание, что такое? Сидоров такой, вот, и пошел делать домашнее задание. Вот. А тут никто домашнее задание не спрашивает. Вот один раз на интервью я у товарища спросил, говорю, теорему Пифагора знаете? Он мне честно ответил. Кстати, кто знает теорему Пифагора? Поднимите руки. Наши люди. Вот. Он мне честно ответил, а вы знаете, я тригонометрию списал в школе. Вот. Ну и что? Ну, списал. Вот. Ну и, короче, вот сидят они, ждут человека с палкой. Вот. Ну и, в принципе, вот так вот от школы можно это проследить еще дальше, там в детский сад, когда воспитательница там загоняет, когда спать, когда кушать, там дети такие там берутся за ручки и парами ходят в столовую, обратно. Вот. Ну и вот если так экстраполировать немножко, получается, что вот без человека с палкой команда программистов, которая не может сама собой управлять, это такая стайка резвящихся детишек, которым очень хочется делать то, что они умеют, то, что не надо напрягаться тогда, если делать постоянно то, что умеешь. Там. Например, не хочу учиться кататься на велосипеде, хочу ползать. Вот, это классно. Я отлично ползаю. Я могу придумать 10 причин, почему ползать это лучше, чем кататься на велосипеде. Во-первых, мускулатура больше работает. Если мускулатура больше работает, то, соответственно, это самое. Сердце прокачивается хорошо вообще, классно, и риск травмы намного меньше, потому что с пола уже не упадешь, а с велосипеда еще можно, вот, и расходы на ползание, они намного меньше, потому что можно взять там старую рабочую одежду и в ней ползать, а так надо покупать велосипед, защиту, там, я не знаю, еще что-то, вот, ну, как бы вот, и второе, программисты делают, что хотят, то есть, нету воспитательницы, которая там загонит спать, тогда мы сегодня будем не спать, не знаю, до завтра. Вот. Нету человека, который напоминает, что через 2 недели надо сдавать проект. Ну, тогда мы посмотрим новую технологию какую-нибудь возьмем и что-нибудь на ней, может быть, сделаем. А может, не сделаем, может, она плохая окажется. Но мы ее посмотрим обязательно. Вот. Я сам такой, я сам так делаю. Вот. Так что ничего страшного нет. Ну, как бы вот просто надо постепенно приходить к тому, что взрослый человек сам должен управлять тем, что он делает, и понимать ответственность, взятую на себя. Вот. И как раз принятие этой ответственности – это и есть самоорганизация команд, вот, которым не нужен человек с палкой. Да, и теперь о менеджерах. Ну, вот я считаю, что все-таки менеджеры, ну, вернее, не я считаю, обычно люди, приходя на интервью, когда их спрашиваешь, ну, а таким вы хотите быть там через 5 лет? И они такие, ну, наверное, сначала я стану архитектором, IT-систем там или еще чего-нибудь. Вот. А потом, конечно же, менеджером. Ты его спрашиваешь, а почему, конечно же, менеджером? Ну, это такая интересная работа, ну, там платят денег больше. Вот. Ну, вот, как бы вот, а спрашиваешь человека, откуда вы знаете, что это такая интересная работа? Может, это вовсе не интересно, вы уже пробовали? Ну, как-то вот люди теряются сразу, начинают говорить, ну, там вот я слышал, вот у меня есть знакомый, который говорит, что это интересная работа. Вот. Ну, вот, в принципе, вот чаще всего на вершину пищевой цепочки вот такие вот птички попадают, да, потому что они, во-первых, всеядные, да, то есть им все равно хищник там, травоядные или просто змеюка какая-то сдохла, они ее склюют. А во-вторых, их никто особо так не трогает, потому что они воняют, да. Ну, нет, менеджеры, они очень чистоплотные, они хорошие, вот. У них с гигиеной все хорошо, вот. Но, в принципе, вот как бы вот питаться так никто не хочет, на самом деле. Но есть. Вот.
Один раз, вот, кстати, еще про карьерную модель. Один раз мы девушку собеседовали на тестера. Вот она такая, ну, вроде такая смышленая девушка, говорит, да, вот, могу тестировать, могу не тестировать. Вот. Ну, давайте я вас буду тестировать. И я ее спрашиваю, девушка, а вот как вы вообще видите тоже? Ну, дурацкий вопрос на самом деле, ну, просто про человека что-то узнать хочется. Вот я ее спросил, девушка, а как вы будете, вот через полгода вы себя видите в роли тестера? Она такая, полгода? Нет, да вы что? У нас в этом семестре, ну, в другом университете, курс по C++, я его выучу и стану программистом. Вот. Я думаю, что если бы у нее через год был курс по Project Manager, она бы стала Project Manager. Вот. То есть, как бы, ну, вот, карьерная модель для программиста, это не обязательно куда-то уходить, вот, в клевание других коллег в макушку и становиться человеком с палкой, да, то есть можно продолжать программировать и при этом расти и карьерно, и финансово. Можно уйти в наемные консультанты, которые приходят в компанию, решают какие-то проблемы, получают за это деньги большие и уходят. А проблемы уходят вместе с ними. Вот. То есть они остаются в компании. Эти люди получают очень много денег. Зачастую больше, чем проект-менеджеры в тех же компаниях. Плюс они как бы еще не связаны никакими рамками, то есть как раз вот нормальные творцы, да, которым никто не мешает. Ни корпоративный менеджмент, ни какие-то правила, ни клиенты вот, особо. То есть они решили проблему, получили за это деньги, ушли. Вот. Ну, есть такие вот модели. Да. Вот. Ой, извините. Сейчас, секундочку. Да. Вот еще вот. Обычно люди, когда приходят, они говорят, ой, вот я хочу там это самое, ну, не знаю, там экстремальное программирование, мне очень нравится идея, вот давайте вот я буду у вас так работать, и все хорошо. Вот, и на вопрос, а вот зачем это надо, он говорит, ну как же, это же классно. Вот. Ну и вот это вот орел такой классности на индустрии разработки, он немножко вредит людям, которые приходят, они думают, что они вот сейчас вот такие вот все классные пришли, они хотят классного, и им дадут там, я не знаю, создавать новый iPhone или программировать там какой-то софт для спутника, который полетит бороздить просторы Вселенной. Вот. А на самом деле их сажают в проекты, которые занимаются тем, что обслуживают клиента. Они делают то, что надо клиенту, и так, чтобы клиент остался доволен. Вот. И это, опять же, как раз и есть то отличие, которое отличает программирование от софтвер-девелопмента. То есть программирование – это, скажем так, реализация каких-то задумок так, чтобы эти задумки стали реальностью. Софтвер-девелопмент – это обслуживание потребностей клиента, предоставление ему некоторых сервисов или продуктов, которые решают его проблемы. То есть, ну, практически как парикмахер, там, не знаю, массажисты. У клиента спину заклинило, он пришел к массажисту, там его размяли, отпустил, и он довольный побежал домой. Там. Вот. Так и тут приходит, говорит, слушайте, у меня что-то инвойсы там какие-то не проходят, еще что-то. Посмотрите, пожалуйста, доктор, что у меня там? Вот. Ну, опытный программист тут же с набором инструментов ныряет, говорит, да у вас тут баг. И исправляет его, и становится все хорошо. Причем баги могут быть в готовых продуктах даже. Вот. Купил человек в коробке, там, я не знаю, какой-нибудь 1С что-нибудь, вот, а там есть баг. И вот как бы приходит такой парикмахер, исправляет этот баг. Клиент довольный уходит. Вот. Очень мало есть продуктов, которые, ну, ладно, не продуктов, продуктов-то много на самом деле. Очень мало компаний есть, которые занимаются тем, что делают то, что надо им самим. В основном это все обслуживание потребностей клиента. Вот. А самое последнее сейчас. Ой, что-то я уже совсем устал. Вот. Значит, после университета вы становитесь достаточно образованным, чтобы наконец-то начать учиться. Вот. До университета, как бы, чему вам учиться, а чему нет, ну, решает в основном школа, немножко там родители, ну, в школе учат всякой фигне. У меня знакомый поставил своей целью объяснить дочке, что то, чему ее будут учить в школе, это все фигня, главное, чтобы она после школы поняла, чем ей хочется дальше заниматься.
Вот. С университетом немножко сложнее. Там уже перестают диктовать, как в школе, там, типа, делай домашнее задание. Там. Ну, там просто, если к сессии что-то у тебя не сдано, то сессии не допустят и так далее. Вот. Ну, то есть, как бы уже немножко ответственности перекладывается на ученика, на студента. Вот. И вот после университета вы получаете достаточно уже каких-то навыков, чтобы учиться дальше сами. Вообще, на самом деле, на сегодняшний день университетское образование – это самое неэффективное образование вот для взрослых людей. Потому что представьте, что вот если поставить перед собой цель за 5 лет, я не знаю, там, построить космический корабль, вот не сидеть там в аудиториях, а строить космический корабль каждый день, строить, у вас будет вот столько книг, вы их прочитаете за 2 месяца и начнете строить, и вы построите его за 5 лет. А в университете вас там учат. Сегодня вы построили одну детальку космического корабля, завтра вы построите немножко подводные лодки, а послезавтра будете это самое, заниматься генетическими модификациями. Да? Ну, как бы, как-то вот бестолково это все. Да? Вот. И для того, чтобы потом... Да, кстати, вот вас всего этому научат, а вы потом пойдете, я не знаю, в какую-нибудь большую компанию и будете веб-формочки клепать в какой-нибудь, я не знаю, там, как эта штука называется? Как это? Visual Studio у Microsoft называется, шняга, да? Вот, в Visual Studio будете так, так, вунг мышкой, потом вунг, и потом еще там так растянуть, выровнять. Очень классно. Вот как бы для этого... Учились 4 года, да? Или там 6, многие, я вот 6 учился для этого. Вот. Ну, как-то вот, я считаю, это неэффективно. Вот. Вообще, я тут недавно анекдот слышал, программист HRM, есть такие human resource менеджеры, вот, спрашивает, скажите, ну, а вот зачем вот вообще программисту, вы считаете, нужно высшее образование? Вот. И она говорит, ну как, зачем? Чтобы убедиться, что человек способен 5 лет заниматься полной фигней. Вот. Но на самом-то деле, вот, оказывается, что университет, он не то чтобы вас чему-то учит, он дает вам представление о том, как вообще развивалась индустрия, во-первых. То есть вы можете так немножко, ну, в мое время там рассказывали, что сначала были такие большие компьютеры, там, мы даже один из них застали, там был такой шкаф, там такой барабан, который печатал с диким треском, как пулемет практически, и что-то печатал. Вот. И, короче, ну там вообще такие страшные вещи были. Я не знаю, если бы вы такое увидели, вы, наверное, уже никогда не захотели программировать. Там реально может палец оторвать такой штукой. Вот. Вот. Но как бы вот... Понимая, как все это развивалось, да, во-первых, возникает у вас понимание, как вообще общество дошло до жизни такой. Во-вторых, находясь в университете, вы общаетесь с теми, кто интересуется примерно тем же, да, вот, то есть вот, приходили на собеседование, например, один раз пришел человек, который говорит, ну, знаете, я вот вообще коммерческий директор, мне что-то захотелось сменить тему деятельности, и я решил стать программистом. Вот. Ну, как бы, да, человек честно прочитал 2 книжки, сходил на курсы. Но поскольку он как бы вот один такой, сам среди себя думает о чем-то там, о программировании, и думает, ну, как же, я же уже умный, я прочитал 2 книжки. Вот. Но оказывается, 2 книжки прочитать мало, да, и даже на курсы сходить мало. Надо постоянно находиться в среде, где, во-первых, всякие идеи крутятся, новости какие-то приходят и понимание о том, вообще, что происходит и для чего это происходит. Вот, например, есть такое место, Кремниевая долина, да, там вот люди, когда идут пить пиво, они все равно начинают про какие-то технологии общаться, и в итоге вот там 2-3 человека пили пиво, в результате там родился какой-то очередной стартап. Вот. Там инвесторы вокруг них вьются. Смотрят, 3 человека пошли пить пиво. Они сразу чемодан с деньгами и рядом стоят, чтобы успеть первыми инвестировать. Вот. То есть вот, ценность университета не в том, что вас заставят прочитать какие-то книжки, а ценность университета в том, что вы, во-первых, пообщаетесь с коллегами будущими, вот, и нынешними. Во-вторых, посмотрите на умных людей, на преподавателей. Вот.
Ну и как бы у вас формируется какое-то вообще магистральное видение, ну, как вот такие вот рельсы в голове, по которым можно катиться вперед. Ну, иногда, конечно, эти рельсы немножко не в ту сторону уводят. Они, конечно, немного так вот, вот в сторону всеядности. Вот. Но тем не менее. Вот, наверное. Нет, сейчас еще немножко. Так. Ну, короче, вот университет — это хорошая штука. Но мы тут вообще что пришли-то? Мы пришли, да, потому что как-то вот в последнее время складывается впечатление, что разрыв между индустрией самой, где люди работают, и учебными заведениями, где этих людей для этой индустрии вроде бы готовят, он довольно большой. Вот. Не всегда это плохо, но хотелось бы, чтобы у людей, во-первых, было представление о том, куда они потом придут, вот, а во-вторых, о том, что там, куда они придут, востребовано. Да, потому что вот многие компании там приходят с какими-то гостевыми лекциями, говорят: мы такие классные, идите работать к нам. Да, ну, классные. Ну, вот те компании, которые наши спонсоры, они классные. Тут вопросов нет. Есть классные компании, не наши спонсоры, с ними сложнее. Вот. Но тем не менее, ну, вы так думаете, ну, классные, да, и что? Наверное, пойду туда поработать. А потом вот как-то вот встречаются люди, которые из одной компании ушли в разное время, они такие, знаете, как ветераны боевых действий, садятся с кружками пива, начинают: а вот это было? Да, было. А этот еще там? Да, там, убил бы его. Я бы тоже, да. Ну и вот как бы вот так. Ну вот, чтобы такого не было, мы тоже хотим немножко так сформировать представление о том, какие вопросы надо задавать, когда вы идете наниматься на работу, на что обращать внимание и так далее. Вот. Вопросы у нас потом будут вместе, да? Давай сейчас. Я думаю, что вопросы сейчас. И сначала встречный вопрос с моей стороны. Кто знает, что такое НУДН? А кто не знает? Окей, тогда я, по крайней мере, один человек нашелся, я объясню. Значит, НУДН – это возможность одному человеку провести один день вместе, разрабатывая это программное обеспечение в какой-то из компаний. В данном случае это компания-спонсор, и тот, кто будет активно задавать вопросы, получит такую возможность. У нас всего есть два места. Два места мы разыгрываем сегодня. Это одно место в Тету, Латвия, со мной или, например, с кем-то из отдела, занимающегося кредитными картами. И второй спонсор – это Ситико. Спасибо. Ваши вопросы. Ну, спросите меня о чем-нибудь, я же уйду уже. Все. Да, кстати, если хотите, можете потом, вот там наш баннер стоит со всеми нашими координатами. Можете потом присылать вопросы, просьбы, помочь материально. И мы поможем. Не, ну мы тоже там, у нас есть спонсоры. А где вы конкретно учились на программиста? А, я ждал этого вопроса, я здесь учился. Ты здесь начал вот с нуля, да? Да. Вау. Вот. Я учился в РАУ, в Рижском авиационном университете, и вот, ну как бы, на самом деле то, что я дошел до этих вещей после университета, это не вина университета. Вот. Может быть, мне об этих вещах и говорили, просто я как-то прослушал. Меня то, что интересовало очень программирование, и очень я не любил математику, вот, и сейчас не люблю. Ну, как бы вот. Вопрос такой. Значит, в software development очень много разных сфер. Разные компании занимаются разными вещами. А когда вы поступаете на работу, у вас должен быть какой-то опыт, какие-то знания. А как узнать, какие знания надо получить, в какие компании надо пойти? То есть как можно получить это представление о вообще индустрии и выбрать, что вам нравится? Хороший вопрос. Ну, вообще первая работа – это немножко такой шаг в неизвестность всегда. Вот. Я когда искал свою первую работу, тогда интернетов у нас не было, я просто взял телефонный справочник и везде, где там что-то датор пакал по имени, звонил всем, говорил: вам умный программист не нужен. Вот. Оказалось, что вот в одном месте был нужен.
Ну и потом уже стало легче немножко выбирать, потому что где-то коллеги, одноклассники, одногруппники работали и так далее. Вот. Насчет того, что чтобы пойти куда-то работать, надо заранее что-то знать, вы имеете в виду знание IT-технологий или бизнес-домена? IT-технологии. Там разрабатывают карты, там работают с карточками, там разрабатывают одни вещи. Там работают... Да. На самом деле от людей, пришедших на первую работу, никто не ожидает, что они будут что-то знать. Вот. Потому что в любой компании вас начнут учить тому, с чем они работают, и тому, как они работают. Обязательно это будет. Если это не происходит, ну, значит, компания либо считает, что вы очень умный, вот, либо просто этот процесс не выстроен в компании. Поэтому я бы больше волновался о том, не что вы знаете, а как вы умеете работать. Вот вы говорите, часто неподготовленные приходят. Вот, допустим, что-то изучается в университете, да, но они, приходя на собеседование, даже теорему Пифагора не могут вам ответить. Да? И что бы вы, не знаю, посоветовали изменить, например, в программах образования? Допустим, сейчас изучают C++, а, возможно, это уже не актуально. Что бы вы хотели изменить? Я бы посоветовал изменить студентов. Ваше образование – это ваша ответственность, в общем-то, а не университета. Вот. Те люди, которые хотят что-то выучить, пока они учатся в университете, они это выучат. Те люди, которые ждут, что им откроют рот и положат туда ложечкой правильную технологию, ну, как бы тут уже вопрос везения. Может быть, повезет, может быть, нет. Ну, вот так вот как-то. Ну, основа-то какая-то должна быть. Основа? Про основу я расскажу немножко, но на мой вкус эта основа действительно, она где-то в вас, и она не очень ощутимая. Я двоим в этом зале предлагал работу, несмотря на то, что у них нету, ну, как бы, никакого официального опыта, насколько я знаю. Да? Это не так уж и важно. Я не ожидал, что они знают о том, что, ну, что и как нужно делать. Нет. Да. Поэтому, если вы изучаете какие-то технические средства, конечно, надо изучать современно. И в этом смысле институт, он делает какие-то шаги вперед, но тоже может быть недостаточные. Они такие странные местами. Но это не самое главное, потому что эти средства, они приходят и уходят. А вы остаетесь, и задачи, которые мы решаем, остаются такими же задачами, по большому счету. Вот. Кстати, очень хороший способ как-то это самое... подготовиться, это играть в шахматы. Очень голову тренирует хорошо. Вот у меня одногруппник играл в шахматы, играл и доигрался до Гугла. Живет сейчас в Калифорнии. А я не играл, и я здесь. Вот вы говорили, что менеджер – это не высшая ступень, так сказать, не цель, к которой надо стремиться. Нет, почему? Если вашей целью стать менеджером, как бы то, что вам нравится организовать, ну, скажем так, извините, я сейчас выражу мысль, а вы потом закончите вопрос. Да? То есть менеджер – это назначенный человек, который, вот, назначенный лидер, да? То есть вот его назначили, сказали, или там звезду шерифа сказали, дали два пистолета, сказали, давай, веди людей в атаку. Вот. Ну и как бы есть два типа. Один такой, действительно, он такой лидер, он взял и повел людей за собой. А второй с этими пистолетами встал сзади и говорит, сейчас не пойдете в атаку, всех расстреляют. Вот. Ну как бы вот, если вы чувствуете, что вы готовы вести кого-то в атаку, да, вот, и уже даже попробовали где-то вот так вот, не знаю, там вот хотя бы в Agile Latvia пришли, сказали, давайте я конференцию организую, там, всем там все покажу, вот, и сделали, попробовали, получилось, ну, нормально, тогда, наверное, может быть, и в менеджеры можно, вот, а если так, ну, типа, вот, да, дайте мне вот большую палку, тогда я вас там менеджером, все получится, то, наверное, не стоит. Ну, вот, если поступая в компанию, поступит такой вопрос про карьерный рост, то лучше всего как отвечать? Ну вот, именно перспективнее всего, как лучше ответить? Чтобы понравиться рекрутерам, что ли? Ну да. А у вас есть такая цель, понравиться рекрутерам? Не, ну просто, вот смотрите, если понравится, то больше шансов, что возьмут на работу. А, скажем так, а зачем вам идти на работу туда, где вы не понравитесь? Вот зачем говорить неправду, чтобы понравиться, чтобы как бы вот
прижать себя где-то, сказать, ну да, знаете, я хочу быть менеджером. Ну, кстати, в компаниях не любят людей, которые говорят, да, я хочу быть менеджером. Обычно любят людей, которым нравится делать то, что они делают. Еще вопросы? Ну, давайте последний какой-нибудь. Добейте меня. У меня уже голос почти сел. Ура! Здесь вот собрались, я не знаю, дальше, ближе. Собрались вот люди, которые, ну, работают в довольно крупных фирмах, да, Тиета, Ситико, Цитадели. А много ли времени у вас остается, ну, на open source? Потому что, ну, действительно, работа вот в таких компаниях, это, ну, на мой взгляд, очень скучно. То есть это очень-очень-очень скучно. И в open source там всегда интересные технологии, интересные какие-то новые все время вещи приходят, но вот таким вот людям, ну, нету возможности их изучать, мне так кажется, или нет? Ну, сначала пусть Аркадий ответит. Давай, отвечай. Хорошо. Вот. Ну, на самом деле, вот узнаете, как появляются большие open source проекты? Есть такой язык Erlang. Вот знаете, как он появился? Нет? Ну, вначале коммерческим был? Не-не-не-не-не. Это, ну, как бы Erlang, вообще у него есть, это сокращение, он расшифровывается как Ericsson Language. Это компания Ericsson для своих нужд сделала язык, да? Вот. Другие open-source проекты, они появляются, ну, большие, примерно так же. То есть группа людей внутри какой-то компании, они решают, что вот раньше мы там копали совком, а надо бы нам построить лопату. Вот, и они строят такой, ну, не знаю, даже не лопату, а экскаватор, да? И этот экскаватор потом со временем он выходит в какие-то публичные, публично доступные хранилища, и другие люди уже начинают туда как-то добавлять свои идеи и так далее. То есть, во-первых, open source, не факт, что он интересный, не факт, что это самое лучшее, что, вот, чем можно заниматься, потому что я в своей жизни видел много open source, авторов которого хотелось вот так вот головой постучать об стену, чтобы они больше не писали никогда такого, вот, потому что я из-за них ночей не спал. Вот. Но как бы где взять время? Вот смотрите, вот у меня трое детей, да, вот, и вопрос, где взять время, вызывает у меня только истерический смех. Вот. Потому что несмотря на их наличие, вот, мы организуем конференции, которые сжирают кучу времени. У нас один из организаторов конференции просто свалился с температурой в день конференции. Так человек умотался. Вот. Я неделю после конференции всегда приходил. То есть, ну, нет такого, где взять время, понимаете? Время, его столько, сколько есть. Если вы можете расставить приоритеты, что для вас важнее, там, не знаю, посмотреть доктора Хауса или попрограммировать, и вы выбираете доктора Хауса, тогда какие претензии к времени, к работе и так далее. Насчет неинтересной работы в больших компаниях, бывает такое, но я знаю массу людей, которые нашли себе в больших компаниях интересную работу, продолжают ее делать, плюс еще свободное от этого делания, этой работы время, они еще какие-то проекты тянут. Вот, например, Agile Latvia такой проект. Да? Все. Это был длинный ответ, а короткий ответ такой, что действительно в больших компаниях на самом деле интересность работы зависит только от тебя. Если ты достаточно, ну, если я достаточно, скажем, твердолов, чтобы пробить себе дорогу в интересные проекты, заниматься интересными вещами и, грубо говоря, отказываться заниматься неинтересными вещами, я буду заниматься интересными вещами. И для open source мы используем open source тоже, скажем так, есть тенденция большой компании в нашем департаменте, наш стек нашего программного обеспечения, он полностью 100% open source. И сам я, ну, поддерживаю несколько open source проектов. Йоу. Мы собираемся с Аркадием как раз заварить очередную open-source кашу у нас в банке, продолжая тему об open-source. Мы не пишем open-source, конечно, но я прошу людей хотя бы... Мы ничего не публикуем, скажем, в open-source, да? Но я прошу людей час уделять чему-то интересному, что поможет им
развиваться так или иначе, да, и это достаточно, на мой вкус. И опять же, вопрос в том, что вам интересно.